16 января из колонок и наушников настоящих меломанов должны звучать «Yesterday», «Yellow Submarine» и «Let it be» или любое другое творение самой популярной музыкальной группы всех времен и народов – легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles. Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб, где начали свой путь к славе тогда еще никому неизвестные молодые музыканты – Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий Битл – Ринго Стар. Позже, 16 января, случилось еще одно знаменательное событие в истории группы. В этот день, в 1964 году, песне «I want to hold your hand» присвоено первое место в американском хит-параде, после того, как она разошлась миллионным тиражом всего за 10 дней.